Теперь нам нужно куда-то идти, я не знаю куда. Ой, навыки нам доступны. Ну, нам пока ничего не нужно. Только вот это, но это нам какой-то зато я даже не знаю, что. Че она сказала? Блин, прослушал. Где Шанат, ты знаешь или чё? Шанат. Вот это, наверное, да? От задания компании. А, еще буковка. О, еще где-то что-то было, нет? Ну ладно. Задание компании. Вот! Шанат, все правильно я услышал, да? Что-то там нужно, я не знаю, что она сказала. Она сказала, не по радио у нас задание. Я тебе буду говорить, а 3000. Ладно, ровно 3000. Все, шикарно справились. Ну, как сказать, шикарно относительно, конечно. Тупанул, были моменты. Пару раз. Ну, один раз меня просто замесили, я считаю, что я тупанул, а другой раз нас просто замочили. Точнее, я тупанул, как раз таки. Так, у нас здесь есть быстрое перемещение, прям вот здесь. Но перемещаться мы не будем так быстро. Мы сейчас посмотрим, где у нас какие звери, блин, что-то горло. Так, значит. А, подожди, мы переместимся сюда и подойдем к заданию. Но так, вот тут есть дымчатый леопард. Но перед этим нам. А для чего нам дымчатый? Забываю, извините. А, стрелы, ну да, сколько там надо будет? 20 болтов. Ну, не очень много, но надо. Надо все-таки как-то прокачиваться. Так что давайте перемещаемся сюда. Все, у нас будет шикарно. Так, и... Кто-нибудь, помогите! Так. Не то будет поздно. Нормально все. Так, покупаем все на 20 тысяч. Продаем. Блин, продавать-то нечего, ё-моё. Да. Ой. Блин, а где наши шкуры-то все? Продали, наверное. Ой, использовали. Все. Нам нужно... А, ну подожди, стой. Боезапас. Сейчас мы глянем, купить и настроить бронежилет. Индиктора не будем, найдем пистолетики. Давайте посмотрим по урону. А что можно заменить на наш этот тарахтелку? Ну, уникальный пистолет и пистолет. Это как раз таки есть, наверное. Наш пистолет-пулемет, который, помните, да? Помощнее. О, офигеть, урончик. Какой-то подствольный гранатомет. Ну ладно, неважно. Ой, не подствольный, а просто гранатомет. Так, смотрим по снайперскому. Где-то я здесь видел снайперскую мощную винтовку. А чё гранатомет? А, вот гранатомет урон, да, офигенная. Не помню, где-то я тут видел снайперскую какую-то. Блин, я открыл, помню. Вот это что ли? Вот это, наверное. А где СВД? Ну, урон такой же. Поэтому... Вот. Вот, наверное, награды, которые нам... Одну запись, это самое, сорвать. Так, скорость стрельбы примерно половинка. А если мы возьмем СВД, то... Она даже меньше! Тогда вот это обязательно купим, снайперку или что это такое, я даже не знаю. Точность плохая. А у СВД, наверное, лучше, да? Да, у СВД лучше. Ну, ладно. Так, боеприпасы смотрим. Все у нас по полной. Ну, мы вроде купили, да. Вот это закупаем. И, наверное, можно будет идти сейчас. Ну, все-таки по пистолет-пулеметам и по пистолетам вообще я бы себе что-нибудь новенькое прикупил. Вот, наверное, наши есть, которые мы используем сейчас. Так, а эта ракетница нам не нужна. Урон у них у всех одинаковый. Так, точно этот надо проверить. Сейчас мы глянем. Подожди, купить и настроить. Давайте, например... Не, покупать, подожди, не будем. Сейчас. Выйдем. Как я не знаю. Вот. Пойду за ней. Пусть и в одиночку. Да, это скорпион у нас. Я не знаю, вешаются на него какие-то модули. Сейчас посмотрим. Так, смотрим. Ой. Да, купить и настроить пистолеты.
они модифицировать вроде бы нельзя, только перекрасить. Зато вот мы можем какой-то обрез, пистолетик. Ну, мне интересует в основном-то пистолет, пулеметы. Ну ладно. Это, кстати, самый лучший пистолет, потому что он... Слушайте, он правда, он самый лучший, но вот тут достаточно недорогой. Хотя подожди-ка, они тут все какие-то слабенькие. Это дробовик вообще какой-то. Это ракетницы, да ну, какие-то не странные пистолеты. Вот автомат нормальный, ну-ка посмотрим. Не, наш достаточно мощный. У нас один из самых мощных автоматов. Кстати... А, не, урон тот же. Ну, тогда ладно. Так. А, и... Так, что еще? Зачем я сюда пометил? Так, а у нас, знаете, что нету этого? Не, зверя не надо пристреливать. Ну, сейчас зверь с ними разберется, все нормально будет. Ну, тут что-то такое, гнев Пейгана. Блин, меня интересует задания, связанные с... вот этот путь к северу или... что там было написано, не знаю. Может быть, это вот вот эти какие-нибудь око за око поставка. Ну, это дополнительные задания, можно их выполнять. Тут гонка даже вот какая-то. А, нет, это не гонка. Подожди, гонка как по-другому выглядит так. Ладно, вот, может быть, обезвреживание бомбы. Завалю по-любому. Ну, ладно, нормально. Ой, блин, подскажите, пожалуйста. Честно, не знаю, что за путь к северу. И вот такие штуки нам нужно собирать. Клады всякие вот эти сраные. И короткий путь, я надеюсь, нам... Хм, не очень-то и короткий, но он, походу, вот этот длиннее. Ладно, едем. Спасибо, что включили радио. О, там дважды два, два слона, можно на них добраться. Но у нас тут завелся маньяк, кстати, понятно. Нормально. Типа, это его визитная карточка. Так, там зеленый листок был сзади, я пропустил что-то. Я маньяком. Что бы я выбрал? Ну, точнее, даже не доехал до туда. Игральные карты банально. Маски уже заняты. Может, говно? Это аванпост рядом, наверное. Как насчет говна? Ну, идеальные формы какашки. Аккуратно возложенные на лбы моих жертв. Блин, вы слышите вообще, что по радио по этому сраному говорят? Какой-то идиот, я не знаю вообще. И, кстати, чё там реально, аванпост, что ли? Я не пойму, а кто тут палит тогда, если тут нет аванпоста? Ну, не хочу даже узнавать, пошлите отсюда. Берёза? А чё он тут делает вообще, берёза? Да уйди, не хочу я с вами. Ёп, вы чё, офигели? Ой, я минус одну машину даже сбил. Спасибо, что включили радио «Свободный Керат». Не знаю, слышали вы или нет, но у нас тут... Сюда нам по-любому нужно. У нас, смотрите, сколько тут всяких вкусностей. Например, вот в кустиках тут непонятно, что зеленый лист какой-то. А потом у нас еще вот одна осталась, по-моему, там, да? Ну-ка. Еще пять. Почему? Там уже мы открыли снайперку, да? Так, ну это где-то наверху, ладно. Так, и нам... Там алмазик еще где-то. Чё? Не понял прикола. Где... Тут на карте алмаз нарисован. Ну ладно. Может, где-то там внизу, под землей. Да хрен он знает, ладно. Поедем так. На слоне круто ездить, но... Да, можно ехать там, всех мочить. Так, животные тут какие у нас. Блин, дымчатый леопард забыл сгонять. Ну ладно, сейчас откроем вышку, посмотрим, что там у нас.
Так вот, на слоне очень круто гонять, но я-то всегда все тихо делаю. Ну, в том плане, например, что... Или столько опять пропустил. Например, аванпост, например, захватить. Да? То есть я не буду на слоне. Ну, может, когда-нибудь и буду на слоне гонять, но в основном я хочу все тихо делать. А слоны это... Все-таки для движения по дорогам, например, едет какая-то машина у тебя вражеская, ты и бамс перевернул и пошел дальше, да? Так, ну этого по-любому надо сбить. Нормально, это вот тоже... Как ты меня узнал, что я Гейл? Кстати, совсем забыл, у нас же теперь можно шестерочку с собой носить. Да? Или нет? Ну пусть все равно про запас. Да, 6 максимум, походу, нам написали, да? Да какой таран. Ой, ё... Да ё... Так, лаги начались, и я чувствую, что они не отвалят, пока я с ними не разберусь. Да сдохни уже! Не-не, вот это надо. Во, не, вот это, давай. Зря ты вернулся в Керат, Гейл. А кто еще-то был? Ну ладно, на этом погнали. Я на синенькой хотел. Тут пулемет есть. И как на него пересесть? Спасибо, что включили радио «Свободный Керат». Синие тут листочки есть тоже. Красный, синий, зеленый. Все цвета как раз таки. Да блин, да сколько же вас, а, ёпарасте. Уже заколебали, честно. Ща, блин, опять звери до хрена, наверное, тут будет. Как в тот раз с волками, помните, да? Нафига их там мне сожрали аж. Так, а чё тут? Курьера надо замочить. Да не успеем, наверное. Ой, он еще и стреляет, козёл. Объявление от министерства. Да ещё. Социальной гармонии. Да. Кто палит? Как они меня палят, если даже уже из виду потеряли. Так, березки, березки. Почему они тут делают? Это же вроде Азия. Я не знаю, там разве есть березы? Ну, может и есть. Ладно. Так. Так, ну здесь вот по-любому есть. Да, вот. Здесь вот эта штука. Я не знаю, что она значит. Это веревка. Это, наверное, кошка внизу лежит, которая, допустим... Ну, если бы мы в тот раз не взяли кошку, у нас бы, например, мы ее сейчас могли взять. Первый раз, когда там я первое задание проходил. Какой-то фиолетовый цвет. Это, наверное, есть тот этот... блин, забыл как... блин, пурпур... Нет. Не помню как. Лиловый, наверное, нет? Лиловый лист, вот, наверное, это и есть. Девочки тут, как всегда. Так, не понял, а мы что, захватили, что ли, вышку? Почему тут наши? Какого фига они тут делают? Ну, хотя я часто вижу наших, ну, в смысле, не наших, а друзей. Не врагов, скажем так. У чужих вышек. Так, туда перепрыгивать надо, там внизу мигает. Сейчас мы разберемся, перепрыгивать нужно, нет, ну, наверное. Да, нужно. Кто там издал такой соблазняющий звук? Ну ладно, сейчас мы посмотрим, какие у нас... Ну, освободим вышку и посмотрим, какие у нас там животные. Заодно глянем. Так, допрыгну, а тут есть уступ какой-то. Я просто думал, что прям... Прям сюда надо было прыгать. Ваш выбор определит великое и славное будущее этой страны. Поддержите Пейгана, вступайте в армию короля. Помогите Керату, и лицо на вас. Медоед. Помогите! Нет, друзья, медоед мне вроде не нужен.
Так, ладно, сейчас мы посмотрим, куда нам идти дальше. Наверное, я даже не знаю. Может, там как-то? Так, что же тут нам надо? Надо нам... Боюсь упасть. Не, ну объясните, что дальше-то делать. Во, наверное, сюда. Так, дальше нам... Дальше, ну вот сюда, наверное. Так, и тут как-то... Ладно, давайте кружок на всякий случай сделаем для уверенности. Эй, это мои животные, не мочите их, уроды. Так. Это я сейчас хозяином буду. Вашему другу или родичу нужна работа в доме. Пусть идет в трудовой лагерь, и дети будут счастливы. Принимаю вас все кандидаты. Опыт работы не требуется. Мы обеспечим вам досрочную занятость. Да, горит вас свет. Бабах! До свидания, седьмая колокольня. Нормально, я уж забанил так. Под себя территорию поджимаю, да? Опять ашарам какой-то там, джахмат, что-то там. Стремительная угроза. Нифига, крокодил, да вы офигели, крокодил там был. Галинак-искатель. Чем дальше, тем и удивительнее. О! Это та пушка, по-моему, которую мы хотели купить. Офигенно. Ну, надо сейчас проверить. По-моему, она даже. Вот, 4 навыка уже. Блин, не знаю даже, куда потратить. Можно... Можно копить на вот этот инъектор. Постепенно, потому что я сейчас не хочу тратить. У нас просто нет столько ячеек здоровья. Ну, больше... Остальные нужно... Так... В общем, что-то нам с луком тут сделают. Тут что-то легче станет прицеливаться. Вот. Круто. Так, теперь нам бы надо... Да, кстати, что за животные надо глянуть? О! Нормально, территория хорошая, я хочу сказать. Шикарно. Так, у нас здесь прям коллекция. У нас здесь есть дымчатый леопард. Кстати, где он? Вон там, да? Ну, сейчас мы сделаем вот так. Что я сделал, ёпрсты? А, это падать. Все ясно. Благодаря тебе нас слышит половина. Накирата, без лжи Пейгана люди не смогут более игнорировать правду. Вон он, я даже вижу уже. Леопардик. Ну, с ножа мы не сможем, как вы думаете? Давайте попробуем, чисто ради интереса. Не, в жопу. Хотя можно было. Честно говоря, я не понял, я наносил ему какой-то урон или нет. Поэтому я начал стрелять. Я даже не въехал что-то. О, можно что-то качнуть уже, наверное. А, во! Офигенно. Теперь медоедик, дорогой. Слушай, медоед. Медоед, я знаю, где. Да, что тут у нас? Какие-то животные, не знаю. Какая-то свинья вроде. Да, ну нам... Свиньи-то не нужны. Ну, давайте возьмем, не знаю. Шкур свиньи. Ну, нам нужно вон что нам нужно, кстати. Нахора. Кстати, ее здесь нет, нахора. Нет, не знаете, вроде нет. Можно отправиться к медоеду, а пока что мы вот сюда. Да-да. И куда нам эти аванпосты нужны? Я сам не знаю. Очков навыков дофига.
Единственная проблемка так это в том, что у нас нету... Уже они закончились, навыки, которые можно просто так прокачивать. То есть... Угу, ну можно блок один сломать, подкрепление, но... Здесь слон есть какой-нибудь? О, тяжеловес, вот это жопа. Вот это реально жопа. Потому что мы не сможем... Потому что мы не сможем его замочить простым луком. Ну, а взрывным только, наверное, сможем. Кстати, ну-ка давайте посмотрим. У нас он, по-моему, на четверочке. На 4 стрелы у нас всего, ладно. Тяжеловес тут по-любому не один. Это уж точно. Так. Надо осматривать вот отсюда, наверное. Я слышу... Знаете, что я слышу? Я слышу, какое-то животное там рычит у них. А что, может, правда тяжеловес тут всего один? Не-не-не, один. Фиг вам, да, называется? Он охотник сраный. Да, тут опасные достаточно ребятки. Охотник. Урод. Так, ну что, там есть кусты? Да, есть. Значит, сейчас мы пойдем туда. Побежим здесь все. А лук такое оружие стелса, скажем так. Стелса, я имею в виду. Но... бывает по заданию у нас по компании такое мясо, что там какой лук не помогает. Так, вот, видите, вот. А, вот, смотрите, видите. Вот что это такое, я даже не знаю. А-а-а! Во-во-во, вон еще, давай, засекаем. Е. Ну, мне кажется, животное против огнеметчика ничего не сделает. О, ну, тяжеловес это. Кстати, надо глянуть, кто это. Тяжеловес, ну все правильно. Так, и тут какой-то зверек у нас. Тяжеловес тут ходит. И там, по-моему, еще кто-то есть. Не засек его. Да, вон. Четыре. Кстати, а где все? А, они просто ушли. Мы не будем его трогать, потому что мы его не сможем здесь замочить просто стрелой обычной. Ну, вот сейчас... Посмотрим, кто тут у нас. А кто? Я не вижу даже. Блин, я даже не знаю, кто там. Но, по-моему, там реально тигр какой-то. Сейчас дождемся, пока тяжеловес наш свалит отсюда. Отвернется. Чтобы не было неприятности. Тут, кстати, бочки, по-моему, есть на мосту. Не знаете, по-моему, есть. Ага, тигр. Да где у него там замок-то? Осторожненько. Зря я сюда подошел, конечно. Нифига не знаю. Гранату не будем использовать, потому что мы ему реально много урона нанесем. Он может сдохнуть прям сразу же. Как-то в одной из серий тоже такое было. Когда мы кабанчика искали. Блин, да что ж такое, ребят? Сейчас еще раз тяжеловес. Просто он слишком... Он медленно ходит, но он реально быстро. Быстро. Не очень далеко. Не на далекие расстояния уходит, скажем так. Так, ну что, давай. Сейчас он отвернется. Нам придется бомбануть его. Да, вот все, погнали. Че он их не ждет? А-а-а! Охотник на себя натравил. А я знаю, кажется, что сделать нужно. Нужно вот так вот сделать. Вот в чем фишка-то. Сейчас.
Ща. Чё, не работает? Так, смотрим по навыкам. А, вот. Меньше физического урона, быстрее бегайте, плавайте дольше. На, где-то я тут прокачивал, вроде сразу. Не знаю. В общем, придется нам тогда делать вот что. Берем Е. Так, стоп, подожди. Один. Ой. Е берем. Не, давайте. Ой. Ку, во, ку надо. Ку, Р. Р бери. А, Е. Во. Я думаю, мы не сможем справиться с этим аванпостом. Так, давайте, знаете, для начала что делаем? Обычную стрелу. И бабахнем, попробуем по сигналке. Вон она там у нас. Да, вон я даже вижу ее. Сигналочку только, блин, как бы туда грамотно Да. Почему осталось одно устройство? Сказали, что цепная реакция там какая-то будет. Где еще-то, кстати говоря? Блин, это диверсия. Наверх! Понял. Хана. А мы его сейчас забомбим. Е. Да. Обыскать все. Ты здесь убьешь. Это наши? Вон он, наверху. Лукавец. Как они меня заметили? Ну все, берем. Крупнокалиберными. Помощь идет, братья. Вот вышка-то была. Ну-ка, если... Мы уже идем. Золотой путь готов к борьбе! Да суки, ёп! Козлы! Ёп твою дивизию! Почти! Мы идем с востока. Почти вырубил, только сраная, блин, перезарядка. Да не, нормально. Голову бомбим их. Сдохнет уже, ёп твою дивизию. Тигры еще тут сраные. СВД бери. Давай, бомби. Да ёб ссаный лук, шо ж ты меня так бесишь? Вот тут... Ой, что ты делаешь? А, это подкрепление прибыло. Вот что их так много. Ну-ка, один остался. Да, угадал. Блин, не получилось тихо, но очень сложно. В том плане, что можно было отключить все вышки, но они меня, блин, заметили. Надо было сигналку отрубать. Я думаю, хотя хрен их знает. Блин, теперь... Пошли. Теперь тигры будут против нас. Все равно... Где леопард? Хотя мне он не нужен. Зачем так рисковать? Мы уже могла его раскрыть. Ты чё здесь, слушай? Так, вот тут задание есть дополнительное. Ладно, нам не до этого сейчас, в принципе. У нас сейчас по стрелам. Так, перезарядить. Во. Даже огненный не исп... Во, вот это нам надо. Да что ты делаешь? И думаешь, я буду менять свой прекрасный лук вот на это вот самодельный непонятно что. Точнее, у меня даже не лук, можно сказать, арбалет прямо. Патрончики. Тигры рычат тут, капец. Вс.
Все, 250. Это за то, что мы собрали эту штуку. За Герат. Молодец, я рад за тебя. А, и вот, наверное, здесь наше убежище. Они его убили. Посмотрим, что мы тут насобирали. Продаем. Так. Ой, нет, стоп, отмена, нафига. Ой, а как я все продал так быстро? Чуть не понимаю. Или это и все, что было? Да ладно. Так, вот это мы стрелы, десяточку. Бронежилетик, некоторые. Да ладно, некоторые. Насобираем, говорю. А, да, по оружию. Во-во-во, что я хотел посмотреть-то. Вот она. Нет. А, ну это хрень. Не надо нам. Но у него, мне кажется, точность выше. Скорострельность зато меньше. И вот уникальная. Блин, почему? Осталось одну написано. Соберите записи. И записи еще. Как они еще раз выглядят? Купите настройки. Уникальная. Какие-то записи сраные. Карта записи. Где это такие записи? Это что ли? Сорвите. Подожди, это точно это? Как? Я немного не понимаю, о чем они, о чем это идет речь. Так. Соберите записи. Нет, мне кажется, все-таки это немного не то. Да, это может быть похоже, но это не то. Может быть, вот. Вот, наверное, вот это. А поблизости, ну, где-нибудь нет? Прям вообще, чтобы рядом. Прям так рядом, что прям вообще. Так, 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 смотрим. Ну, неужели нету? Да ладно, не может быть такого. Ну, может и есть, но я просто не вижу. Наверняка. Ну, только вот это вот. Давайте посмотрим ради интереса. Сколько нам топать? Километр всего, не так-то и много. Кстати, вот точка-то, которую я пытался пройти вот через горы. Захватил. Так, сейчас мы заценим, что это за запись. Ну, если доберемся. А мы доберемся. Так, мочим сейчас нахру будем. Ну, по-моему, нахру тут ездит. Да, их полно. Подождите, а почему здесь... Почему, стоп, почему записи нет? Вот, все, есть. Сколько тут? 400 метров. Ну, 500 где-то метров мы с вами пролетели над неизвестно каким образом. Так, и давайте смотреть, как тут лучше. Давайте здесь спустимся. Вот. Берем четверочку. Вот это берем. Сейчас. Я хочу сделать вот. Самое главное, в дерево не врезаться. Это будет не очень круто. Вот такой вот способ быстрого перемещения. Разбегаетесь со скалы, нажимаете Shift. Я не помню, я костюм крыло покупал. По-моему, мне его так выдали, насколько я знаю. Ой, я знаю это место, кстати. Осторожней. 5. Отлично. Супер был. Кстати, если мы нажмем вот так, 4 у нас. Давайте поэтому собирать листочки. Ты, надеюсь, синий цветок? Чё, мне ничего не написали? Либо написали, я не видел. 500-ка. 5 очков навыка. Офигеть, куда нам их... Куда нам их солить, что ли? Наверное, да. Во, вот как раз-таки эта штука и доступна нам. Помогать. Нет, это водоросли, скорее всего, да? Что это такое? Почему мне не пишут? А, синий лист, все правильно. Теперь, если мы нажмем... Ого, 8-ка, офигеть. Быстро перемещаемся обратно. Купаем снайперку эту и смотрим, что за фигня. А точнее, что за оружие.
Вот, да, спасибо, это мы знаем. Купить и настроить. Она дорогая, но с нашими, да, с нашим балансом это будет просто расплюнуть. Вот она. Вот, вот это тоже классно. Смотрите, урон большой вроде бы. Нет, скорострельность. А, подождите, у нее дальность плохая. Слушайте, вот в чем фигня. Это скорее даже не снайперка, наверное. У СВД дальность. Ну да, слушайте, очень фиговая дальность. Ну ладно, давайте купим, посмотрим. Ой, что это вообще? Блин! А, не, я не купил. Это вообще что такое? Это не снайперка, оказывается. Во, вот это снайперка, офигеть. 18 аванпостов. Офигели, что ли? Это какой-то... Как сравнивать? А, вот, сравнить. И давайте с вот этим. Так, я сравнил, нет? Сравнить. А, нельзя почему-то с этим. Подожди, а если мы... Наверное, потому что оно на место какого-то другого оружия. Неизвестно, правда, какого. Наверное, на место... Правда, почему нельзя сравнить с чем-нибудь? Ну, например, вот отсюда. Правда, почему я не могу сравнить? Хм, странно. Почему-то не могу сравнить. Ну ладно, напомним примерно так, запомним. Но оно слабее. Так, вот это наше слабее. Да, оно будет послабее чуть-чуть. Но зато у него, по-моему, точность лучше. Фиг его знает. А дальность у нашего какая? Даже дальность. Дальности проигрывает. Но мы его бесплатно можем взять, кстати, на месте. На место вот этого нельзя. Да, давайте попробуем его. Модифицировать что-то нельзя. Так, по снайперкам еще глянем. Какую-нибудь суперку, вообще суперскую снайперскую винтовку. Суперскую снайперскую. Во, хищник! Сопровождение. Ну, можно выполнить. Просто с глушителем, по-моему, да? Или вот, чуть такой воин. Дофига разных пушек, ладно. Посмотрим сейчас, что за пушкенцы у нас. Зря мы за этой хренью. Ну, может, не зря, а пригодится, но все равно. Она у нас теперь под номером 3 стоит. Это я помню. Нифига патрончиков. Это пулемет, да? Ну, что за дебильная точность. Ну, ладно, возьмем, посмотрим, что. Бесплатное же. Оценим, так сказать. А по навыкам, ну это да, это нам какие-то задания. Блин, подскажите, я не знаю, что это такое задание к северу какому-то вот. Ой, к северу, точнее, ключ к северу. А, наверняка это связано с горами что-нибудь. Ничего нам нахуй, изготовление. Во. Пулеметов. Да, нормально. Так, и сейчас мы... Сука, чё ж ты? Почему? Чё произошло, ё? Офигеть! Чё это было? Может быть, тяжелое оружие? Не, вряд ли, конечно же, это я так. Догадки такие странные у меня немного. Стоп, стоп, С, парашют. Фу, чуть не забыл. Ой, шарахнулся, не очень было приятно. Так, нахуй у нас... А, да, слушайте, вот в чем фигня, наверное. А, здесь, наверное, нет никаких нахуй. Это просто какой-то, может, баг, потому что ни разу, никогда я здесь не видел ни одну нахуй. Потому что... А, точнее, не потому что, а здесь в основном вот эти вот олени какие-то сраные. Я не знаю, кто это... Точнее, я знаю, да, это олени, нахуй, я, по-моему, здесь... Ой-ой-ой. Да... Нахуй я здесь вроде ни разу не видел. А нахуй, знаете где? Я вам скажу. Вот здесь.
Так. Смотрите, что-то можно таранить, там было написано. Это, наверное, на слоне не имеет в виду. Рада тебя видеть, Аджай. Да, я тоже тебя рад видеть. Ну-ка посмотрим, что тут у тебя. Нормально. Так, как тут выйти? Чуть задание не начал. Точнее, хотел там выйти, блин, чуть на кнопочку не нажал. Так, и смотрим. Вот здесь. Вот здесь эти нахуй есть. Я просто уверен. Даже не здесь. Где-то вот там. Подождите. Где-то я их тут видел, по-моему. Так, сейчас мы глянем. Может быть, они реально здесь где-нибудь есть? Насколько я знаю, они ходят какими-то стаями. Вон они есть. Как раз-таки троечку берем, посмотрим. Я не ошибаюсь, если нам нужно всего один такой зверь. Да, поэтому не будем экономить. Ну, я в том плане, что по шкурам чисто замочил его, скажем так. Просто вот сейчас на всякий случай пометим. Давайте вот такая вот. Чё стрелял? Наш, они сказали. Наш, наш. Кстати, смотря кто это сказал, ладно. И вот все, изготавливаем сразу же. Вот эту вот штучку. Теперь мы можем носить больше патронов. И теперь нам нужен дымчатый леопард, опять же. На бегу перезаряжаем пулемет с самой быстрой скоростью. И давайте сейчас сразу глянем. Такое немного задание у нас непонятное. Нам в следующей серии надо будет кампанию выполнять, это я знаю. Так, и что-то там мигало, ладно. Это что? Так, что-то тут непонятно. А, во, это все правильно. Вот эту надо еще штучку почитать. Да, зашибись. Я думала, больше не придешь. Нет, это не путь к северу. Вот, и давайте купим чисто ради интереса боеприпасы, да. Вот, и давайте выйдем, посмотрим, сколько у нас теперь. Ну-ка, пулемет, 300-ка, ну. Так, лук у нас это отдельная тема, там отдельное прокачивание нужно. 20-ка, 160, шикарно просто. Блин, мне, конечно, нравится та пушка с коллиматором, она просто великолепная, но и так для разнообразия. Ну ладно, давайте, друзья, до следующей серии. Всем удачи, всем пока.